Юным югорчанам представилась возможность окунуться в теплую атмосферу советского детства. В Нягоньском центре малочисленных народов Севера открыли выставку «Моя советская игрушка». Здесь собраны экспонаты 50-х, 70-х годов прошлого века. Куклы, неваляшки, железные машинки, роботы. Более сотни возрастных игрушек радуют посетителей музейно-культурного центра. Сейчас это раритет, о котором в свое время мечтал каждый советский ребенок. К слову, современные дети смогут посетить выставку и познакомиться с экспонатами до конца сентября. Это выставка, чтобы показать нашим современным детям вот именно такие игрушки, какие были раньше, в которые играли наши мамы, папы, их мамы, папы, бабушки и дедушки. Мне, конечно, нравятся больше старинные игрушки, они побольше интереснее. Там можно было все сделать самой, а сейчас все уже сделано на фабриках, и там можно только купить. У нас остались только игрушки на елку старые. Ну, вообще заводные, мне кажется, самый вот интересный вариант. То есть детям интересно, как это устроено.